Добрый день, зрители нашего канала. Сегодня 15 мая. Мы находимся в Черняевке. И здесь мы хотим вам показать у фермера томат Pink Smile. Это был 156-й томат. Сейчас мы с вами Pink Smile. Вы видите, как мы вам говорили, что это томат розовый от цикаты. Это очень частое расположение кистей. Видите, как они часто расположены идут. Очень хорошо нагрузку ловят. Видите, как много томата, да? То есть на, если взять уровень, вот посмотрите на эти кусты. То есть как часто вот. Видите, да, вот кисть идет, да, вот следующая кисть, хороший размер набирает, видите, да, вот сколько, вот они томаты, просто все это скрыто листьями, и что хорошо, что листьями закрыто, соответственно, не будет солнечных ожогов. Томат достаточно качественный, вот он томат, пожалуйста, вот томат уже созрел, да, который можно идет. Этот томат, соответственно, мы вам потом скажем, какой он на вкус. Так-то внешний товарный вид у него красивый, розовый цвет, как все любят, да, то есть хорошая розовая окраска. Но вот по вкусу вот надо будет сравнить с Pink Paradise. Как бы у нас все-таки за эталон это Pink Paradise. И прежде чем не попробуешь, ничего не скажешь. На этом спасибо.